сырочек. Сыр. Колбаски. Ты тоже сыр хочешь? Да. Ты выбрала, что ты будешь? Что ты будешь? Скажи, пицца. Ну говори, что ты будешь? Пицца с чем? Сыр. Дай угадаю, с сыром? Короче, а так... Все тебе? Вкусно? Ничего. Мы когда в прошлом году день рождения ее отмечали, в Италии же мы были, и ей сделали тоже так маргариту, только для нее, в виде сердечка ей сделали. Счастье было. Да? Помнишь, тебе делали пиццу в день рождения в виде сердечка? Лен, как мы любим, одна серая, одна белая. Мама, да сейчас, ты видишь, тут нету. Нет. 32, в ней 200 лошадок. 32 тысячи? Она летит. Самокаты в дом за дом. Она в космос, на него, на космос. 300 потратил. Я все на своем. Вот там 300 потратил. Где? Так там тут... Вон, тут же кто-то мимо проедет, тебя снесет сразу нафиг. Возле фуры проедешь, сразу там другую полосу выйдет. Ой, мне раньше вот эти фигни нравились. Она офигенная. Вот эти фигни. Она офигенная. Угу, именно вот это. Паукан этот. 240 лошадиных сил. А вот эта зелененькая, папа, это кто? Ты приколешься, что есть такая, не такая, а есть которая всегда. В ней мотор от Феррари. Смотри, розовая машина, Валерия. Папа, смотри. Все, ты такую хочешь? Розовую? Розовую я хочу. Твоя машинка? Да. Супер. Все, мы одну выбрали. Папи. Я знаю, что вы выбрали. Одну выбрали, осталось еще две. А, одну. Тебе тоже выбрали. Мне? Да. Какую? Вон тот, пищащий Land Cruiser. Осталось мне выбрать. Ой, смотри, кто-то купил эту штуку. Там есть... Да. Куда мне надо? Куда? Надо. Вон туда, где а у Досы? А, ну пошли. Мама, мама. Да. Шарик хочешь? Шарик хочешь. Ну ты видишь, тут не продаются шарики. Смотри, какая голубая машина большая. Ну нет, тут ты видишь. А это кто? Это Мустанг? Прикольно. Да? Тогда я это хочу. Ты вон тот ID5 тоже хочешь. Да я все шел. Дай мне какой-нибудь джипик, я его буду хотеть. Я буду на нем ездить. Вот, и Вольво этот мне нравится тоже. Вообще Фольксваген хочу. Туарег хочу. Иди сюда. Согласна. Нет, иди сюда. Да. Вот, посмотри на вот это. Да. Братан, согласись. Ему что, Фольксваген, тио, он алеман, тио, что можно. Что мотор? ID5, полностью электрический. ID5. За 50 кусков. Не хочу. О, а давай Валерию на картинге покатаем. Давай. Там для детей маленьких картинги. Давай. Валерий, идешь кататься на машинке? Еще есть Q3, купе, Q3, Q5 обычный, есть Q4 e-tron. Он кому-то работает тут, знаешь? Класс. Валерий, идешь кататься на машинке? Мне нужна одна такая и вот эта ID5. Это мне для работы.
Поворачивай, смотри вперед. Сейчас во втором круге уже профессионал будет. На третьем точно. На третьем уже разгонится. Смотри, смотри. Смотри вперед. Вперед смотри. Первый картинг ребенка. О-о-о. Смотри вперед. А что, он устал ее катать? Не-не-не, он думал, что она не может. Давай, крути чуть-чуть на себя, направо. А. Вот так. У-ху! Налево крути руль. Налево. Вот так. Привет. Хорошо, руки крили. Просто. Крути направо, быстро. Привет. У-ху! Смотри вперед. Не бойся. Что такое? Что? Ой, вот как иду, и я стану. Не вписались. Я pensaba que es freno. No, aquí no hay, esto para valiente, no hay freno. Muy bien. Ay, amor. Sí, muy bien. Gracias. Gracias. ¿Te понравилось? Супер! Я думал, это тормоз. А это что? А это поворот? Чтобы ее поднимать. А я тянул за него, Эй, пошли. Что там? Пивоварня. Пивоварня? Да. Кого-то шарик упал? А? Даже не заметила? Китти упал твой. Хочешь лезть? Оп! И тебя обязательно, да? Ha ha ha!